Сеня. Помощница Рекса по хозяйству. Угу. Слишком уж. Активная. Давай, иди, иди, Мишка. Да нет, ведь они такие будут, все в какашке. Они все там с четвером как навалят. И звонят. Ну, салфетки влажные есть. Подтирать. Ну, правда, тебе вот иди. Я салфетку на макашку стираю. Ну да, ну лучше. Чтоб старое молоко на тебя не было. И пот можно подтирать. Все. Здесь да у них запах какой-то, думаю, мало ли щипать им будет, нет? Чего? Ну от салфеток. Хотя тоже будет. Вдруг там во сне он какой-то.